Ребята из секции тайского бокса поздравили победителей и призеров Кубка Московской области Илью Квашнина, Филиппа Ярового, Александру Мушаргину и Александра Белоусова. Баскетболисты «Химика» на старте областного чемпионата уступили в домашней встрече баскетбольному клубу «Олимп» из Орехово-Зуево. В первой четверти хозяева владели инициативой 23-19, во второй команду словно подменили. Три результативные атаки за 10 минут с массой ошибок и потерь. После перерыва воскресенцам удалось выровнять игру, но преимущество, заработанного «Олимпом», хватило, чтобы завершить встречу в свою пользу. 59-80, победа гостей.